весной, осенью, зимой и летом. Все намекают нам, что мы с приветом, но только нас не обижает это. Нам это лучший комплимент. Обид без обид? Без обид. Ведь у артистов все бывает слишком. Вот слишком лысый Цыряшенко, Мишка. Вот слишком новые у нас мальчишки. А вот Смирнов интеллигент. Нам хорошо с тобой. Ты даже слишком добрый зритель мой. И в снегопад, и в дождик проливной. Друг другу ближе мы от передачи, передачи. Счастлив тот, кто новым русским бабкам подпоет. На этом свете все известно им, старушкам слишком молодым. Слишком лукавый взгляд у Степаненко и похудевший чересчур Христенко. У Петросяна тоже есть проблемка, он популярен чересчур. Нос Разумовского он слишком красный. Морозов наш великий и ужасный. А у Карена темперамент страстный. А Вашуков он балагур. Нам хорошо с тобой. Ты даже слишком добрый зритель мой. И снегопад, и в дождик проливной. Друг другу ближе мы от передачи, передачи. Счастлив тот, кто чаще всех смеется и поет. И тем, кто вновь навстречу к нам пришел, пусть будет слишком хорошо. Дорогие родители, сейчас перед вами выступят самые маленькие. Ученики 2 А-класса Миша и Леша подготовили вам музыкальный сюрприз. Давайте попросим мальчиков. Мама в зале. Чайки
парами, пальмы парами, собачки парами, кошечки парами, свинки парами, коровки парами, птички парами и яички парами. Шили рвану руту, де шукай вечорами, ти у мене єдиний, тільки ти повір. Водоня вода, то як чистая вода, то я бистрая вода, синіх рік. Маргарита, ты же помнишь, как все это было. Маргарита, окно, окно открыто. Маргарита, ты же помнишь, как все это было. Защити меня своей рукой, заслони собой от полнолуния. Я готовая быть ведомой тобой, чем ниже любовь, чем выше любовь, чем выше любовь, чем выше любовь. Я сошла с ума. Какая досада, а? Понятно. Клавдия Ивановна! Клавдия Ивановна! Ну я Клавдия Ивановна. Уж 36 лет, как Клавдия Ивановна. 36? Ну, с четвертинкой. Огурчиком закуси. Я не за этим. Клавдия Ивановна? У меня к вам серьезный разговор. Самогонку, которую приготовили для продажи, я не пила. Клавдия Ивановна, я не об этом. Если вы помните, в прошлом году за систематический передовизм на производстве вы были направлены в качестве поощрения в Америку на международный симпозиум доярок. Ну, конечно, помню. Я себе вот смотри, какой подарок привезла, видишь? Тебя что ж привезла, ты помнишь? Что? Бигуди из слоновой кости. Вы же из них еще шахматы сделали. Клавдия Ивановна, я сейчас не об этом. Так вот, из посольства Соединенных Штатов... Клавдия Ивановна, у меня серьезный разговор. Ведите себя прилично. Хорошо. Из посольства Соединенных Штатов Америки к нам в контору пришла нота протеста с требованием выдать вас властям США. А ключом не надо от амбара, где коровы мычат? Клавдия Ивановна, вас хотят видеть вся американская полиция, ФБР и ЦРУ вместе взяты. Да что я такого сделала-то? Вот и я хотел бы знать, что вы там вы такого в этой Америке сделали. Но так как наша страна, как известно, своих не выдает... Спасибо.
американский представитель приехал к нам в колхоз. И пока он там в этой луже застрял, я быстренько огородами пришел вас предупредить. Он хочет лично с вами побеседовать. Скажите, что я занята. У меня подруга. Мы вышиваем. Все, пойдем, все. Ты глядишь. Хай. Это деревня Нижние Чесуны? Да, да, это деревня Нижние Чесуны. Окей. Окей, говорит. Скажите, пожалуйста, вы не видите здесь вот эта женщина? Привет. Оу, я. Окей. Меня зовут Скотт. Скотт? Я много скотов повидал. Ты меня, кушай, кушай. Меня зовут мистер Скотт Бадун. Интересно. С такой фамилией отрезвый. Владимир Иванович, человек на работе. Интересно, есть в Америке Скотт-сушняк? Excuse me, что есть сушняк? Ну, это когда утром встаешь с бодуна. То есть, если утром вставать с меня, это сушняк. Это я пошутил. Скажи ему, переведи ему. Do you speak English? Yeah. Юмор, шутка. Oh. Joke. Понимаете? У меня есть к вам целый список претензий по поводу вашего пребывания в Соединенных Штатах Америки. Претензии у него, гляди. Какие претензии? Ты давай факты. Факты. Я? Факты — это значит доказательства. Доказательства, понимаешь? Доказательства. Yes, yes. Тут есть целый список доказательств и претензий по поводу вашего пребывания в Соединенных Штатах Америки. Товарищ капиталист Владимир Ивановна, я пойду из вашей машинки бензинчик солью пока. What? Стекло протру. Дурака, понимаете? Фрейншафт! Вот. Странный человек. Ты зачем, сынок, приехал-то? Какие проблемы у тебя? Давайте начнем по порядку. Когда вы прилетаете в Нью-Йорк, вас досматривают таможня в аэропорт. У вас были обнаружены неизвестное химическое вещество. Какое неизвестное химическое вещество-то? Это краковская колбаса из сельпо. Я в самолете ела. В этот краковская колбаса были обнаружены натрий, плутоний, фосген, мышьяк и примеси тяжелых металлов. Таможенная собака, которая съела кусок вашей колбасы, на следующий день подохла. Ну уж не знаю. Не знаю я. Вон Моти у меня. Моти всю жизнь ест. И ничего, гляди ты. На, Скотт. Колбаски попробуй. Ты кушай, мой, кушай. Вы не обращайте на нее внимания. Она у меня по понедельникам всегда такая. Когда ваша колбаса вытащили из пакета по аэропорту, распространился такой запах, что была объявлена химическая тревога. Пришлось эвакуировать пассажиров. Ну, колбаса немного испортилась. До вашей Америки 11 часов лету. Она в пакете перележала, Маник. Надо было ножичком белое соскрябать. Толстенько порезать на хлебушек. Пальчики оближешь. Хлебушек подай, Клавдия. Да, подам, держи, на. Не обращать внимания. Так, еще вы обвиняетесь в попытке изнасилования. Ты злый. Что-то я не помню такого уж. Вот, здесь все записано. 12 в 10.00, гуляя по 5-й авеню, вы набросились на гражданина Америки, стали его целовать и рвать на нем одежду, пока вас не оттащила полиция. Его звали Джон Люк. Ты целовала Люк? Ты кушай давай. Это я перепутала. Думала, твой любимый Леонардо Ди Каприо идет. Мистер Люк теперь лечится у психиатров.
Ну, передавайте ему привет. Привет. Это еще не все. В 13:00 выбитной экскурсии «Белый дом». Но. И там вы напасть на президента Соединенных Штатов Америки. Ничего я не напасть. Я туалет искать. Вот ты представляешь, я в туалет забегаю, там мужик сидит. Спрашивает меня, how do you do? Я говорю, ты сиди, не отвлекайся, я дойду, дойду. Зачем вы ущипнули наш президент за нос? А чего он ругаться-то начал? Вот, представляешь, кричит мне, хуаю, хуаю. Я ему говорю, от хуаю слышу. И замс его мать. Ну, я ему сливу сделала. Сливу. Можно вишенку, но это потише. Я сливу уж. И что можно крапиву? Я ж не знал, что это ваш президент. Убегая в Белый дом от охраны, вы по пути побили 4 морских пехотинцев. Простите, пожалуйста. Они сами на меня сразу все 4 набросились, а я была не в настроении. Но как вы могли побить 4 морские пехотинца? Сынок, ты хоть раз в поле от быка убегал? Нет. А я каждый день бегаю. У нас дорога до станции, через поле лежит. А в поле тебе мош пасется. Бык, 4 центнера. Как меня увидеть, зараза, сразу за мной гонится. Тимош всегда за дураками бегает. Ты кушай, пожалуйста, кушай, не отвлекайся. Я муж 3 раза рога пообламывал, и все равно, как меня увидит, пар из ноздрей. Копытом бьет. Вот не могу. А ты говоришь, морские пехотинцы. Вы есть хулиганка. Угу. Зачем вы написали на стене «Белый дом», «Сочи чемпион 2014»? Я болею. Вы больны? Чем? Я за наших болею. На каждом заборе пишу. Это не забор, это «Белый дом». Очень хорошо видно на белом черным угольком в Сочи. 2:04. Так, вы звонили из отеля в Нижние Чесуны? Да, звонила. Да, звонила. Ну, у меня ж подруга здесь живет, вот Ботя. Звонила ей. Здравствуй, Скотт. Добрый день. Как известно, наша страна прослушивает разговоры всех иностранцев. Мы прослушали ваш разговор и пришли к выводу, что вы готовите заговор. Мы провели лексико-грамматический анализ. Я не слишком быстро говорю. Да мы тебя вообще не слушаем. Мы провели лексико-грамматический анализ вашего разговора. Некоторые слова нам были не совсем понятны. Что тебе непонятно? Что означает выражение «ядрить меня в коромысло»? А хрен его знает. Мы можем спросить у мистера Хрена? Ты не понял. Хрен его знает? Знаешь, никто не знает. Как это никто не знает, если мистер Хрен все-таки знает? Тебе не понять, Скотт. Ты моя хорошая. Очень важный вопрос. Подумайте, прежде чем ответить. Вы знакомы с мамой нашего президента? Я
Нет. Но в телефонном разговоре вы упомянули ее 25 раз. Ты понимаешь, сынок? Мама, она бывает разная. Бывает Кузькина мама. Ее обычно показывают. Бывает такая-то мама. К ней обычно посылают. Слишком больно любопытных. А мама нашего президента, она такая-то или Кузькина? Она Бушкина, Скотт. Бушкина. Так. После атаки на нашего президента мы ведем наблюдение со спутника за Нижними Чесунами. И мы пришли к выводу, что вы готовите оружие массового поражения. Ну с чего ты взял-то? У нас есть фотографии, неоспоримые доказательства. На эти фотографии вы и ваш председатель кладете в какой-то аппарат картошка, свекла, сахар и эти дрожжи. Дрожжи. Вот, а на другой фотографии спустя час вся деревня лежат. Ну не дрить меня через кромысло, а? Вот опять. Ну у вас чего, не гонит что ли? Я не понимаю. На вот, попробуй. Матрёнина полянка. Это что, ваше оружие массовое поражение? Нет. Это оружие массового дружения. После него все проблемы исчезают, все конфликты исчезают. Жизнь становится веселая, радостная. Все счастливы. Шуменко мы! Деревья гнулись, а ночка черная. Отпевай. Ты что, не знаешь, что ли? Я не знаю слова этой песни. А какую ты знаешь? Я знаю вот это. Strangers in the night. Эй, погоди, так это та же самая песня. Запевай. Strangers in the night. Деревья гнулись. Strangers in the night. Деревья гнулись. Strangers in the night. Да в поле у ружья. Something in your eyes. Светёт калина. Something in your smile. Дорогой длинной. Something in my heart. Ох, полюбила я. Strangers in the night. На Муромской дорожке. Strangers in the night. Ох, напилась я трошки. Strangers in the night. Степь да степь кругом. Что стоишь качаясь? Наливай, и мы с тобой еще поем. Пусть у меня живет. Так что, Скотт? Ну ничего. Пусть у меня живет. Пусть сядет в спальне. А что, ничего. Давай, Скотт, у меня в спальне будешь. Давай у меня. Там он дурацкой. Ой, я не погоди. Бабушка-качок. Ты агрегат, Клава, ты Клава, агрегат. Ты агрегат, Клава, на 100 киловатт. Цветочек, ты чего ж так себя не любишь-то, убогонькая? Ну, ты понимаешь. Ой, это я подарок своему внучку на день рождения принесла. А батюшки, а сколько лет-то внучку-то? Не помню. Помню, что школу закончила. А? Я его к спорту приучаю. Я ему каждый год по гире дарю. Так. Ты что? Он у меня ого-го. А как зовут качка твоего? Виктор Коклюшкин! Ай, поехали! Спасибо.
переключаешь с канала на канал, а потом снится черт знает что. У Абрамовича 3 яхты, приснилось, будто бы на всех 3 он сразу плавает. На одной голова, на другой тело, на третьей то, что осталось. Приснилось потом, будто бы Россия выиграла чемпионат мира по футболу. Потому что перед матчем к ним в раздевалку зашел Сталин и сказал: я не обещаю вам за победу деньги, но обещаю за проигрыш Магадан. И они выиграли со счетом 100-0. Потом приснилось, что Лужков пошел в церковь, помолился, чтобы не было взяточников, приехал на работу, там никого. Он испугался и только потом вспомнил, что воскресенье. Ужас. Приснилось, будто бы из водопроводных кранов течет водка, а в понедельник утром пиво. Чтобы на Украине не воровали газ, приснилось, будто вместо газовой трубы туда провели канализационную. Но, несмотря на это, воровать все равно не перестали. Ужас. Будто у Березовского экстрадировали на родину и уже здесь, по всей строгости, приговорили к пожизненному заключению условно. Ужас. Приснилось, будто в МВД провели операцию «Чистые руки». Каждому милиционеру выдали кусок мыла и сообщили народу, что все в порядке. Кошмар. Будто бы в зоопарке в клетках сидят люди, а смотрят на них звери. Больше всего зверей у клетки с Жириновским, потому что он плюется, дерется и ругается матом. Ужас. Приснилось, будто бы женщина за 2-го ребенка платит 250 тысяч, а мужчинам за 2-ю жену 340. И поэтому многие мужья для выполнения супружеского долга нанимают гастарбайтеров. А под утро приснилось совсем невероятное. Будто живем мы просто и дружно, бережем природу и учим детей любить свою родину. Спасибо. Как известно, туристы на курорте отдыхают, а артисты на курорте выступают. Причем средняя скорость выступления артистов на курорте до 42 санаториев в день. Нам удалось залучить себе буквально на 3 минуты таких артистов. Итак, только сейчас, только у нас, проездом из пансионата в санаторий, массовики, затейники, куплетисты, бесстыдники! Подожди секунду. Сейчас сяду. Скажет что-нибудь, Василий. Скажи. В географии Земли много есть названий. Мы сейчас споем про них. Чисто так, для знаний. И новый танчик. Да, Париж не дать не взять, как начищен ваксой. А вот кружка пива стоит 10 баксов. По Венеции катался, дивным пением наслаждался. Любят светские манеры, извиняюсь, гондольеры. Были с другом за границей, много там красавиц есть. Бегали за каждой юбкой. Их в Шотландии не счесть. Я на Эйфелевой башне с парижанкой строил шашни. На жену вдруг оглянулся, как я с башни навернулся. О, Мишель,
Мишель, буржуа, душа, Мишель. Вставай уже. Помню, в школе мы учили местоположение Чили. Вот оно, вдоль берега размотано. Сейчас я, Мишель. Посетил я шведский стол, кушал их закуски. Все равно на утро стул получился русский. Африка, Австралия. Америка, Европа. Мы приехали домой. Лан-за-трица. Опа! Спасибо. Нормально. Москва мне очень нравится. Вот только ваши пробки. Ужас. Я думаю, зачем за 100 тысяч долларов покупать машину и 3 часа стоять? Лучше на метро ездить. Мы сегодня школу показывали. Я тоже учился. Все мы учились, но я учился в советское время. Тогда было по-другому. Все одинаково ходили в школу. Черный низ, белый верх. Красный галстук. Недавно мой сын нашел мой октябрятский значок. Он мне говорит: папа, кто это за покемон? Ничего не знают они, ничего не знают. А вы учились нормально, помню, учитель. Дети, сегодня будем писать диктант. Давайте начинаем писать. Как-то раз Бог дал вороне кусочек сыра. Встает наш товарищ, говорит: а вы же говорили, что Бога нет. Ну и что? Сыра тоже нет. Че из-за этого диктант не писать, да? А недавно мой сын, я смотрю, он уроки делает, на большую тетрадь наклеил мою фотографию. Я говорю: сынок, ну как-то нехорошо. Я знаю, что я артист, твой отец. Но ты наклеил фотографии своего отца. Как-то неудобно. Что скажет в школе? Он говорит: папа, это учительница сказала. Что она сказала? Она вчера сказала: ты покажи мне того дурака, который тебе задачки решать помогал. Умные дети пошли, очень умные. Сын, старшеклассник, приходит с школы, я говорю: что сегодня учили? Он говорит: мы учили философию. Я говорю: уже в 6 классе философия. Ну и что такое философия? Он говорит: что ты сам не знаешь? Я говорю: скажи, что такое? Он говорит: папа, вот представь себе, стоит ванна, полная чистой воды. Около ванны стоят двое. Один чистый, другой грязный. Оба хотят купаться. Вопрос: кто первым полезет в ванну? Я говорю: дураку тоже ясно. Конечно, грязный полезет. Он же грязный. Он говорит: правильно, папа, грязный первым должен купаться. Но с другой стороны, если грязный первым искупается, вода станет грязной. Как туда чистый полезет? Так что кто должен быть первым купаться? Я говорю: должен первым чистый купаться. Он говорит: правильно, чистый должен первым купаться. Но с другой стороны, зачем чистому купаться, если он и так чистый? Я говорю: постой, постой, здесь какая-то ерунда получается. Он говорит: вот это и есть философия. Сейчас у нас в кривом зеркале гости.
Дело в том, что в этом году нашим друзьям, Белорусскому театру «Христофор» из Минска, исполнилось 20 лет. И вот здесь была дилемма. Либо мы все поедем к ним, либо они все приедут к нам. Мы решили остановиться на последнем. Итак, гастроли театра «Христофор» в кривом зеркале. Сцена, репетиция, слово главному режиссеру. Так, друзья мои артисты, завтра у нас премьера. Да. А сегодня генеральная репетиция. Да. И вот я решил внести в нашу постановку небольшие, но очень существенные изменения. Как? А вот так, друзья мои, нужно, чтобы зритель поверил нам. Нужно, чтобы правда шла со сцены прямо в зал. Какой у вас текст, Уткин? Как обычно. Какой? Кушать подано. Действительно, как обычно. А у вас, Селёдкин? Как я эту водку ненавижу. И? И отставляю рюмочку. Так, так вот, Селёдкин, так вот, Уткин, водка у нас будет настоящая. Гениально! И зритель поверит, что существует правда на сцене. Но вы эту водку не отставите в сторону, Селёдкин. Нет. Вы ее выльете на пол. Гениально! Ну что ж, готовьтесь. Где наш помощник режиссера с водкой? Виктор, давайте водочку. Что такое, Витенька? Что Я не понял, Виктор. Я 10 минут назад дал вам полную бутылку водки. Где водка? Вычухалась. То есть как это вычухалась? А может, дырочка где? Виктор Иванович, вы меня разочаровываете. Итак, барин сидит, да, слуга подносит, сидит, да. Кушать подано, как я эту водку ненавижу, и выливайте на пол. Внимание, начали. Кушать подано. С. Как я эту водку ненавижу. Ты по что продукт переводишь? Барин! А, Борис Иванович, это у меня автоматически. Ой, Селёдкин, наслышали. Рюмочка забывает. Вы должны вылить водку. Да, я на пол, а не себе в рот. Ну, вы даёте. Давайте, Борис Иванович, а давайте я сейчас еще разок. Давайте, только давайте я сначала вылью её. Дайте, вылью, а потом скажу. Хорошо. А Уткин, немножко, так наберите. Ну, что это такое? Наберите. Давайте, начали. Внимание. Да. Поехали. Давай. Кушать подано. Сначала я. Да. Итак. Да. Как я эту водку ненавижу. Селёдкин. Это мне еще разок, давайте еще разок. Нет уж, Селёдкин. Все, меняйтесь с Уткиным местами. Как? А вот так. Меня на вторые роли? Да. Вот он, звездный час. Пожалуйста. Безды. Теперь вы барин. Вы сидите. А! Вы такое задумчивое лицо сделали. Нет, не такое. Вот такое. О, да. Вот. Слуга, подходит. Кушать подано. Начали. Как я эту водку ненавижу. И были. Я знаю. Поехали. Холоп! Что? Это по тексту. Хорошо. Поехали. Кушать подано. Ниже. Как я эту водку ненавижу. Как я эту водку ненавижу! А мне, барин, нравится! Фиалка! Алкоголик! Я алкоголик! Вы алкоголик! 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 Алкоголик!
Иванович! Черт знает что! Завтра премьера! Вокруг одни бездари алкоголики! Ну-ка, налейте ему водку, селедки! Пожалуйста! Вы должны вылить ее на пол! Вы должны сказать, я понимаю. Как я эту водку? Ой, как я скажу! Берите водку! Берите, говорите! Как я эту водку? Как я эту водку? Ненавижу! Выливайте! Выливаю! А так выливайте! Выливаю! Я не понял, вы выливаете или не выливаете? Выливаю! Да выливайте, черт вас побери! Вот так! Какая ж ты, барин, скотина! Что такое? Тут человеку плохо, вызовите скорую помощь! Борис Иванович, тут человеку хорошо! Бездари! Никто ничего не умеет делать! Налейте мне водки! Налейте сейчас я покажу водки. Вам, как нужно! Что же это такое? Что же это у нас происходит завтра премьера? Вот, я барин, я сижу, я весь в мыслях. Вот водка, говорите, кушать подано. Ну! Кто, я? Да ты, говори! Кушать подано! Учитесь, бездари, как я эту водку ненавижу! А что, барин, продукт переводишь? Я автоматически. Нет, серьезно, господа, я... Я понял. Я понял, в чем дело. Все дело в водке. Да. Меняем на коньяк. Виктор, где у нас коньяк? А вычухался. То есть как это вычухался? А может, дырочка где? Так, господа артисты, где у нас коньяк не вычухался? В буфете. Ну что ж, как сказал великий Станиславский... Вам? Мне! Мы артисты, и наше место в буфете! За мной, господа! За мной, господа! За мной, господа, я прошу вас! За мной, господа! Буфет! За мной! Где же этот Степанов? Алло. Абонент находится вне зоны доступа. Перезвоните позже. А мне сейчас надо. Ну ответь же, Степанов. Алло. Абонент находится вне зоны доступа. Тетка, помолчи, а? Попробуй только не ответить, козел очкастый. Козел очкастый вне зоны. Чего, чего, чего? Не понял? Ой, ну какие мы тупые. Козел очкастый, которому вы названиваете, вне зоны доступа. А кто это разговаривает? Я. Мама. Ваша мама тоже вне зоны. А откуда вы знаете, кто где? Вы что, начальник зоны? Я автоответчик. Достали уже. Извините. Алло, Степанов? Это опять вы? Опять я. Вам опять козла очкастого? Нет, ну что вы, зачем мне козел в городе? Мне бы Степанова. Это одно и то же. А кто это говорит? Коза говорит. А, жена, что ли? Нет, я из другого стада. А как у вас там с поголовьем? Сплошные козлы. А с судоями как?
Какие удои! От ваших звонков молоко сворачивается. Как я вас понимаю, но мне бы Степанова. Какого Степанова? Ну, козла такого, очкастого. Там, может быть, пасется где-то рядом. Может, пробегал где-то. Может, прибился. С чего это он к нам прибьется? Ну, потому что он козел. Ладно, посмотрю. А кто его спрашивает? Товарищ. Товарищ козла? Нет, я товарищ Степанова. А что, есть разница? Ну, в принципе, нету. Ну, может быть, вы посмотрите, очкастый такой, не пробегал? Слушайте, как у меня от вас голова болит, а? Ой, ну хорошо, ладно. Если вам так не втерпешь с кем-то поговорить, соединю вас. С кем же вас соединить? Хотите с Биллом Гейтсом? Зачем? Поболтаете. О чем мне болтать с Биллом Гейтсом? Ну, конечно, с козлом Степановым вам интереснее будет. Все-таки товарищи. Так, ну-ка, быстро взяла ноги в руки и побежала за Степановым. Ой, какие мы наглые. Иди, иди. Алло, уже пришла? Еще не уходила. Какие мы тормозные. Слушайте, пока я буду ходить, может, музыку послушаете? Я хочу послушать козла Степанова. Как у нас с вами судьбы похожи, а? И вы, и я всю жизнь только козлов и слушаем. А жизнь проходит. Ну, послушайте Моцарта для разнообразия. Ну, ради разнообразия. Ну, давайте, где там ваш Моцарт? Слушайте. Эти тыськи, тутыськи, тутыськи, тыгдым, тыгдым, тыгдым. Малипуськи, пупуськи, тутыськи, тыгдым, тыгдым, тыгдым. Малюськи, пуськи, тучки, куруськи, муськи, муськи, тыгдым, дым, бздым, ку-ху-ху-ху. А что это было? Где? Ну вот. Только что. Моцарт. Да? А я что-то не признал. А вы послушайте еще раз. Парарубе, парару, парарубе, пара. Как вы меня достали все козлы, бе-бе-бе-бе. Нравится? Офигительно! А как там со Степановым? Да дался вам этот козел! Я его потом найду. Лучше послушайте дальше. Кого? Ну, нас с Моцартом. Я была бы там, я была бы там, я была бы, ты была бы, я была бы там. Я была бы, ты была бы, я была бы там. С кем была, где была бы, там, где не было тебя, где я была, с кем была бы, где бы ты была бы я. О, бедная я. Я козочка рогатая, я давно не видела козла, козла богатого. Что вы молчите? Думаю, чем бы в тебя кинуть бы? Уже ушла. Слава богу. Слушайте, а у вас с ним что, любовь? С кем? С этим, Степановым. Почему? Не знаю, жить без него не можете. Так, ты уже нашла Степанова? Еще не уходила, красоту наводила. Степанов все равно близорукий. А я не для него. А для кого? А так, ну я пошла. Неужели все-таки пошла? Не-а. У меня колготок порвался. Какой колготок? Черный, прозрачный.
с рисунком от бедра. От кого? От бедра. Где это? Чуть пониже ушей. Уже забыли где? Ну, честно говоря, да, с этой работой... Ой, как у нас с вами судьбы похожи. И у вас, и у меня только работа. А жизнь проходит. Так я пошла? Уже пошла? Так тебе ж Степанова нужно. Ну, ты смотри, там на улице холодно. Не простудись. Спасибо. А, слушай, а если там по дороге, ну, вдруг будут продавать шампанское? Холодное. Полусладкое. Взять, а? Ты у кого спрашиваешь? У тебя. А как же Степанов? Ты бог с ним, с этим козлом Степановым. Так я спрашиваю, брать шампанское, холодное, полусладкое, а? А, брать! Yes! И бог с ним, с этим. Накрывай на стол, я скоро буду. Улица Строителей, 45, квартира 10, жду. Хорошо, хорошо, все. Степанов сам позвонил. Поздно, козел очкастый. Уже поздно. Абонент находится вне зоны. Повторяю, абонент находится вне зоны доступа. А пока, чтобы вам не было скучно, козел очкастый, прослушайте Моцарта. Турудушки-турушки-турушки, ушки-мушки-макушки-пырым, три татушки, брамс, три татушки, три лягушки-тырым-тырыдым. Труля-ля-шмяк-труля-ля, труля-ля-шмяк-труля. Я пришла! Вау! Молодец! Это Степанов звонит! Да ты что? Давай ему вместе Моцарта! Давай! Эти тыски, тутыски, тутыски, тыгыдым, тыгыдым, тыгыдым. Млепушки, попышки, тутыски, симпапушки, парам, парам, сдым. Турушки, дзинь, парару, турушки, дзинь, парам. А нам с тобой пришла пара. Пришла с утра, пара, с утра, пришла пара. Я наливаю, наливай, наливаю, наливай, наливаю. Не томи. Я открываю, видишь, я открываю. Нифига не умеешь. Не хами. Ну, за Степанова. Давай за Степанова, давай за Степанова махнем. Он догадается. Он был и остался козлом. Вечная на свете только музыка и любовь. Сейчас вас ожидает настоящее потрясение. Вы будете потрясены так же, как потрясены были мы, когда впервые услышали этих великолепных музыкантов. Как вы думаете, какая это нота? Влад. Это что-то около до диез. Знаете, как велик путь от этого до диез до 40-й симфонии Моцарта? Хотите услышать, как звучит 40-я симфония на бокалах? Слушайте. Хрустальная гармония.
Вокальная гармония. Петр Ильич Чайковский. Музыкальная фантазия для бокалов и бас-гитары из балета «Щелкунчик». Звонит и говорит: «Батя, у меня для тебя три новости. Одна хорошая, другая замечательная, третья вообще офигительная. С какой начать?» Я говорю: «Начни с хорошей». Она говорит: «Поздравляю тебя, батя, ты стал дедушкой. Мальчик, 3200, в честь тебя Васей назвали». Я говорю: «Наверное, на меня похож». Она говорит: «Не дай бог». Я говорю: «Какая замечательная новость». Она говорит: «Я вчера вышла замуж». Я говорю: «Поздравляю. А какая тогда офигительная?» Она говорит: «У нас с мужем медовый месяц, завтра мы улетаем в Турцию. Ты не мог бы посидеть недельку с ребенком?» Легко сказать: посидеть с ребенком. От меня в свое время не только жена ушла, от меня хомячок сбежал. Так я хорошо о нем заботился, а тут живой человек. А потом думаю: ладно, ради дочки можно недельку и потерпеть. В общем, принесла она ребенка и говорит: «Батя, ты не волнуйся, главное, ты вспомни, что ты делал, когда я маленькая была». Я говорю: «Когда ты маленькая была, я с мужиками во дворе козла забивал. Поэтому от меня твоя мама вместе с хомячком и ушли». Она говорит: «Ты не волнуйся, у него такой возраст, он только ест и спит, ест и спит». Вранье. Оказалось, что он не только ест и спит, а еще и совсем наоборот. И при этом орет. В общем, захотел он кушать, стал он орать. Я хотел дать ему бутылочку, но случайно разбил. Сижу, что делать, ума не приложу. И вдруг вспоминаю, что у соседки с пятого этажа грудной ребенок есть. Думаю, может, она поделится, если попросить. Оставил ребенка дома и бегом к соседке. Звоню в дверь, открывает ее муж. Я говорю: «Простите, пожалуйста, у меня очень необычная к вам просьба. Я хотел бы попросить у вашей жены грудь». Муж говорит: «Не понял». Я говорю: «Она же у вас грудью кормит». Он говорит: «Мужик, ты чё, голодный?» Я говорю: «Вы меня неправильно поняли. Дело в том, что грудь нужна не мне. Там человек плачет». Он глаза выпучил, говорит: «Вас что, двое?» Я говорю: «Двое. Но есть будет один». Он говорит: «Послушай, ты озабоченный, я сейчас милицию вызову». Я говорю: «Вы не должны так поступать, потому что соседи должны помогать друг другу. Я же прошу-то всего на 5 минут. Что, вам жалко, что ли?» Он говорит: «Пошел вон отсюда,
маньяк, и дверью захлопнул. В общем, накормил я внука обычным молоком. Он успокоился, но ненадолго. Ночью как стал каждый час орать, то одну бутылочку ему давай, то другую. В 5 утра звонок в дверь, на пороге сосед в трусах стоит, говорит: послушайте, ваш ребенок так воет, как сигнализация у моей машины. Я уже 10-й раз во двор выбегаю. Сделайте что-нибудь. Я говорю: могу поставить глушитель за ваш счет. В общем, кое-как перетерпел выходные. В понедельник поехал на работу отпуск оформить. Васю с собой взял. Сели в маршрутку, я ему напеваю: спи, моя радость, усни. В маршрутке погасли огни, водители спят на мосту, милиция спит на посту. Сначала заснули пассажиры маршрутки. Потом мы с водителем. Проснулись все часа через 3, где-то возле Ярославля. В общем, на работу я опоздал. Ребенка у секретарши оставил. Захожу к начальнику, он говорит: почему вы опоздали? Я говорю: простите, пожалуйста, я сегодня ночью так плохо спал. 5 раз за ночь вставал. Он говорит: ну, батенька, в вашем возрасте это нормально. Я говорю: вы неправильно поняли. Я 5 раз за бутылочкой вставал. Он говорит: с каких это пор вас потянуло к бутылочке? Я говорю: уже 3-ю ночь. Он говорит: что, без бутылочки заснуть не можете? Я говорю: не могу. Я с вечера 5 бутылочек готовлю, а потом каждый час встаю. Не я один. Он говорит: почему это вы пристрастились к бутылочкам? Я говорю: потому что у меня нет сиси. Он говорит: у меня тоже нет. Я же за бутылочкой каждую ночь не встаю. Я говорю: как вы не понимаете? Если есть сиси, то бутылочки не нужны. Он говорит: я давно подозревал, что у вас не все в порядке. Возьмите себя в руки. Вы же мужчина. У вас никогда не будет сиси. Я говорю: почему никогда? Она сейчас в Турции. Обещала в воскресенье приехать. Он говорит: да вам лечиться надо. И как начал на меня орать. А я уже привык, что когда на меня ребенок кричит, я ему соску суну, и он сразу успокаивается. А соска как раз у меня в руке оказалась. Я ее начальнику машинально в рот и сунул. Думал, убьет. А он заткнулся, потом чмокнул пару раз и заснул. Прошло еще пару дней. В общем, потихоньку стал привыкать. Вместо погремушки над кроваткой компьютерную мышку подвесил. Вася лежит, играется с ней. Все ему так интересно. Дал ему свой мобильный телефон. Он на кнопочки нажимает и, наверное, случайно нажал 02. А я-то не знал. Наклоняюсь над кроваткой, говорю: у-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Какие у нас вкусные ножки. А кто это у нас лежит в кроватке на улице Гоголя, дом 8, квартира 5? У-тю-тю-тю-тю, кого это я сейчас скушаю? Беру телефон, слушаю, там говорят: вызов принят. Опергруппа выехала. Дружок как-то заходил. Я, говорит, твоему внуку куклу принес. Я говорю: зачем ему кукла? Кукла — это для девочек. Он говорит: нет, эта кукла как раз для мальчиков. Только ее надуть нужно, и будет твоему малышу игрушка. Я говорю: ты чему моего маленького внука с малолетства учишь? Это же кукла для больших мальчиков. Он говорит: ну что, ее выбрасывать теперь? Пускай у тебя в углу вместо мамки постоит. Прошло еще пару дней. Скоро воскресенье, дочка должна приехать. Вася ночью опять стал орать. Я в темноте встал, соску на бутылку натянул, дал ему, он выпил и всю ночь крепко-крепко спал, прямо до утра. А утром просыпаюсь, смотрю, а соска одета на бутылку с пивом. Вася проснулся, стал носом шмыкать. Я думаю, ну вот, наверное, ночью продуло. Хотел ему в нос закапать. Звонит телефон, поднимает трубку, говорит: подождите, пожалуйста, перезвоните через 10 минут, у меня руки заняты, я ребенка закапываю. На следующий день звонок в дверь. На пороге такая серьезная тетя стоит. Я, говорит, представитель органов опеки. Должна
посмотреть условия проживания вашего ребенка. Поступил сигнал, что вы издеваетесь над ним. Я говорю, пожалуйста, смотрите, чем вы его кормите? Я говорю, вон там бутылочки стоят. Она как бутылку с пивом видела, говорит, что это такое? Я говорю, как что? Это детское питание, очаковское светлое, для грудничков. Она говорит, а игрушки у него есть? Я говорю, конечно, есть. Я вот ему мышку над кроваткой повесил. Он играет, любит очень, в ротик тянет. Она говорит, как мышку? Я говорю, да не волнуйтесь вы так, она давно уже сдохла. Давно не работает. Она говорит, бедный ребенок, а мамка-то у него где? Я говорю, как где? Вон она, в углу стоит. Она как резиновую куклу увидела и в обморок. Больше она к нам не приходила. В воскресенье дочка звонит из Турции. Говорит, ну как ты там, дедушка? Я говорю, нормально. Она говорит, у меня к тебе три новости. Одна хорошая, другая замечательная, а третья вообще офигительная. С какой начать? Я говорю, начни с хорошей. Она говорит, здесь превосходная погода. Я говорю, какая замечательная новость. Мы с мужем решили остаться здесь еще на недельку. Я говорю, какая тогда офигительная. Она говорит, поздравляем тебя, батя. Похоже, ты скоро снова станешь дедушкой. Я говорю, отлично. Рожайте. Привозите всех. Я справлюсь. Потому что лучшей няньки, чем ваш дедушка, вам не найти. Стихи вам почитаем, дяденьки и тети. Сейчас вам будет так смешно, животы порвете. Оп. Наша Таня громко плачет. Нашу Таню бросил мальчик. Ладно бы там бросил, так даже не поматросил. Наша Таня громко плачет. И не может стать карачек. Шутка ли для тетки три стакана водки? Наша Таня принесла с улицы котенка. С подкатка его достала. Длинный такой, тонкий. В детстве у Танюши было множество игрушек. Теперь взрослая она, и игрушка лишь одна. Сидит Таня на окне, ножками болтает. Сейчас посмотрим, как она из окна летает. Было у Танюши платьице с цветами. И косички к голове привернуты болтами. У кота живот болит. Отравился здорово. Третий день в лотке сидит. Глаза как Киркоровы. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Ночью пьяный муж придет, твое тело упадет. А у тети Нины сегодня именины. Я в подарок ей несу две козульны в носу. Вот такие вот стихи мы вам почитали. По две строчки чепухи на каждого, кто в зале. Обнял. Йоу, обнял.
Маша! Машенька! Сколько? 3500? А кто? Мальчик! Маша! 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 А, Маша! Сколько? 3200. Девочка, отлично! Сергей! Могут происходить разные истории. Одну из них мы сейчас показали, а другую покажет театр «Кан-Кан». Ждать, что вот-вот. Да я в курсе. Я в курсе, я-то уже здесь. Пятый. Да ну! Ну да. Как говорится, свой в доску. Так? В смысле, как у себя дома. Свои иметь надо. Ладно. Кого ждешь? А? Ну, вы сказали, понимаете, что должна вот-вот, понимаете, жена, ребенок. Ну, понятно, что не троллейбус. А, ну, да. Пацан, девчонка. А, ну, как говорится, как получится, да. А у меня пацан. Уверены? Что значит уверены? Что значит уверены? У меня 4 девчонки. 4? Ну и что? Ни одна, ни две. 4! Сейчас жена, теща и собака спаниель. Пацан и баста! Ну так, тогда у меня тоже? Ты давай к чужой славе не примазывайся. Слушай, а если вот сейчас... Что значит скажут... если? Я смотрю, еще не Б, не М, а уже если. Ты вообще готов? Как отец? Ну, знаете, репетировал как-то в голове. Репетировал. Вот ты стоишь, никого не трогают, тут прибегают и говорят: Сидоров родила! Ты чего? Ты чего, говорю? Ой, правда, чего это я? Я ж не Сидоров! Тебя вообще как? А, Михаил Михайлович. Сейчас. Фамилия как? А, Иванов. Петров. Значит, смотри, вот стоишь ты, Иванов, тут приходит такая, такая. Иванов. Да. Иванов. Я смотрю, Иванов, ты Иванов, ты Иванов. Ну, кто, ну? Вот ты, да, конечно. Девочка, да? Нет. Ура! Ура, Петров, ура! Две. Ладно.
ладно, ладно, не расстраивайся так. Давай другой сценарий так. Присада. Иванов! Иванов! Ну, Иванов, поздравляю! Ну? У тебя девочка. Так была ж уже. Ну, тогда было две, сейчас одна. Петров, я вообще сейчас разнервничался. Послушай, Петров, у меня такая идея. Давай, давай так. Ты пойдешь узнаешь, кто у меня, а я узнаю, кто у тебя. А? Ну давай, да, да, ты сходи, а то, как я скажу, мне постоянно говорят одно и то же. Давай, давай, ты сходи, узнай, а я потом узнаю, потом скажу, кто... Только точно, да, сначала я, потом ты. Давай, все, точно, да, договорились. Договорились, да. Приятели, приятели Петров. Все. Я пошел, я пошел. Давай. Только договорились сначала я, а потом ты, да? Все, все. Девочка, у тебя, да, девочка! Жена, теща, собака, спаниель. Петров, ты куда? Ты куда, приятель? Как договаривались же, ну? Мы же договаривались сначала, я понял, ты, ну, узнай, ну. Ну, Иванов! Приятель Иванов! Ну! Что, ну, что, ну? Сын у тебя. Ну-ка! Учись, папаша! Вот что значит снайпер! Слышь, снайпер, прицел поправь. У тебя негр. Если музыканты не очень хорошо играют, они собираются в большие коллективы. Человек по 40-60 в большие симфонические оркестры. Если музыканты играют хорошо, они собираются в маленькие камерные коллективы. Человек по 4-6. Ну, а если перед вами замечательный артист, то он выступает один за весь оркестр. Евгений Петросян! Я уже в образ вхожу. Много на свете красивых, умных женщин. А я, между прочим, лично дурочку люблю. Да? Потому что дурочки все время улыбаются. Да. А умные ходят с умным видом и людей пугают. И любят дурочки, развесив уши, а умные выпучив глаза. Да, и удачнее дурочки замуж выходят. Вот так вот. Помню, когда моя Лиска дурочкой была, мы были самыми счастливыми. Ой, вспоминать даже приятно. Помню, у Лиски на лице даже было написано, что она дура. Беспросветная. Причем написано было с ошибками. А как мы познакомились, это вообще анекдот. Она у меня спросила, который час? Без 5:07. Это 2, что ли? Я в первый момент даже не понял, что она сказала.
А она все правильно сказала. Она от 7-5 вычла. Без 5-7. Оказывается, 2 получается. Я говорю: ой, девушка, вы кто по гороскопу? Я рыба, а я пиво. Полная совместимость. А как вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь. Ой, говорит, какая у вас на лице прикольная ямочка. Эта ямочка, объясняю, называется рот. Девушка, скажите, вы верите в любовь с первого взгляда? Или мне попозже подойти? Верит. Мы много гуляли по Москве, и однажды мы проходили мимо моего дома. Я сказал: между прочим, в этом подъезде я живу. Лиска грустно вздохнула: да, а я думала, у вас квартира есть. Какое было время. Какие она для меня тогда котлетки свои фирменные готовила. Называется «Залп Авроры». Ты в них вилкой, они в тебе масло. Как она меня веселила. Как-то спрашивает: что это холодильник трясется? Она: мерзнет. Лиска тогда очень хотела попасть в Красную книгу, в мой паспорт. И когда я ей сделал предложение, она от счастья была на 7-м месяце. Как я тогда волновался, кто у нас будет, мальчик или девочка. Я предложил Лиске сдать тест на беременность. Она спросила: а там сложные вопросы? А то я недавно была у окулиста. И что же он тебе сказал? Сказал, чтобы буквы учила. Я поцеловал ее и сказал, что таких, как она, земля еще не рожала. Шли годы, и постепенно моя Лиска умнеть начала. У нее появилось мнение. Я-то брал ее без мнения. Зачем мне ее мнение? Мне свое есть. Ведь женщина, если вдуматься, она для чего? Для уюта, для домашней атмосферы. Женщина, она как крутой мобильник. Наворотов много, а функция-то одна. А тут, видите ли, она поумнела, нотации начала читать, права качать. Ты где шлялся? Так пробка? Какая пробка ночью? Так не вытаскивалась? Люди видели, как ты выходил из пивного бара. Ну, правильно выходил, а что, я там ночевать должен был? На отметке сына как-то странно начала реагировать. Если мальчик приносит из школы 5, это ее гены. Если 2, то это мой хромосомный набор. Пилит и пилит. Сосед Ген, главное, меня успокаивает. Ну и пусть пилит, что тебе? Моя, знаешь, как меня пилит? С утра до ночи, как бензопила. Твоя по сравнению с ней лобзик. Вот так вот.
Теперь, конечно, она готовит котлетки жесткие. Под названием «Дожуем до понедельника». Теперь с ее умной головой во всем права ее мамочка. Ну, еще бы, ее мамочка большой человек. В гостинице работает стилистом. Постели стелит. Он, пренебрежение какое-то появилось. Пренебрежение. Допустим, мне звонят, она им... Он к телефону подойти не может. Он работает над докторской. Нет, не над диссертацией. Над колбасой. Однажды я не выдержал, говорю, все, Лизка, все у нас не так с тобой. Ухожу я от тебя. Лизка растерянно посмотрела и сказала, и я с тобой. И мы помирились. Любимая женщина, она на то и любимая, что как бы она тебе ни насолила, ни наперчила, а у тебя все равно от нее будет запах лесных ягод на фоне легкой аллергии. Спасибо. И снам. Верим мы, они не лгут, а иначе жизнь напрасный труд. Мы еще не все сказали вам. Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче когда ты рядом со мной, я рядом с тобой. Как будто пустяк, но пусть будет так всегда. Пробил поздний час, он торопит нас. Разойдемся по домам, позабудем этот шум и гам, но мы еще не все сказали. Понять, что должны дождаться весны, друг друга простить, найдем позитив для каждого дня, судьбу не гнивя, как будто пустяк, но пусть будет так всегда. Все сказали вам. Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче когда ты рядом со мной, я рядом с тобой. Как будто пустяк, но пусть будет так всегда. Будет так всегда. Пусть с вами будет кривое зеркало, а у нас будете вы, дорогие зрители. Ради ваших улыбок, ради вашей радости мы выходим на эту сцену. Ради хорошего настроения отражает нашу жизнь кривое зеркало.
встречались с вами мы не раз. И цель одна всегда у нас. Разгоним дрему вам и сон. И вместе с вами мы споем.